Савелий. Господи. Как же это? Савелий. Добрый день, это контора купца Пустоселова. Я хотел бы купить билет первого класса на королеву Ольгу. Ардашев Клим Пантелеич. И я желал бы каюту, возможно, более просторную. Хорошо, оставьте за мной самую просторную. Да, благодарю. Ну что, решили с отпуском? Да, собираюсь в экспедицию в Средиземное море. Ой, как здорово! А говорят, на море бывает морская болезнь. У меня не бывает. А я вот не знаю, как у меня. Никогда не плавал на пароходе. Ну, какие твои годы? Когда-нибудь поднимешься на борт? Когда-нибудь? Да, когда-нибудь. В этот раз я еду один. А, ну как же, это же целая экспедиция. Как я вас одного отпущу? Я тебя брать не планировал. А ну, кто же за вами будет присматривать? Я сам. Ну, сама посуди. Неженатый адвокат везет с собой хорошенькую горничную. Хорошенькую? Да, будут пересуды, так не принято. А если я буду инкогнито? Это не обсуждается, я еду один. Собери мой чемодан, обычный набор. А можно я к тетке поеду? Да, разумеется. Добро пожаловать на борт, капитан Немерт. Ардашев Клим Пантелеич. Капитан Немерт. Клим Пантелеевич. Николай Петрович. Клим Пантелеевич. Как же это прекрасно. Такой корабль, такое путешествие. Я очень рад вас видеть. А уж я как рад. Господин Пустоселов сразу сказал, что приглашает меня по вашей рекомендации. И вас, кажется, увлекло это путешествие. Увлекло. Есть некоторые обстоятельства. А именно обстоятельства нашего знакомства с господином Пустоселовым. Посмотрите. Боже, госпожа Каверина. Серый кардинал Ставропольских толстосумов. Здесь явно что-то намечается. А это господин Бронков, бог синема. Говорят, ставропольские купцы выписали сию знаменитость, чтобы снимать нашу экспедицию. Ага. Благодарю. Хорошо. Даже не знаю, как и благодарить вас за эту протекцию. А она-то что здесь делает? По-моему, это ваша горничная. Она разве не с вами? Варвара! Ты что здесь делаешь, а? Добрый день, Клим Пантелеич. А мы с вами попутчики.
Ну, не извольте беспокоиться, я вам досаждать не собираюсь. Что это значит? А я не служу больше у вас. И могу плыть на любом пароходе, куда захочу. То есть как ты не служишь? А вот так, как только вы сказали, что не возьмете меня с собой. Не беспокойтесь, я купила билет на собственные сбережения, и я вас не знаю. Представляете, что заявила? Что больше не служит у меня. Однако она не дурна для горничной. Отойдем подальше в море, выброшу ее за борт. Если б я не знал, что вы шутник. Хорошее начало рейса. Я еще не видел свою каюту. Сойти. 25 рублей. Опять фельетон какой в газетке нашей пропечатали, Клим Пантелеич. Объявление за ванной, Василий Павлович. Необходимо разгадать криптограмму за 25 рублей. Не хотите попытать счастье? 25 рубликов? Заманчиво. Только не по мне все эти головоломки. Я уж лучше по своей части. Господин Ардашев, принесите мне меню. Я прошу меня извинить, уважаемый Клим Пантелеич, что я потревожу вас в обеденное время, но обратиться к вам меня заставило горе, постигшее мою семью в четверг. Не доводилось ли вам слышать об убийстве на Мещанской? Да, разумеется, конечно, об этом писали все газеты. Позвольте отрекомендоваться. Пустоселов Афанасий Пантелеимонович. Тот самый купец, в доме которого совершил злодейство. Да, прошу вас, садитесь. Чем могу служить? Я хотел бы просить вас найти душегуба, лишившего жизни нашего слугу, Савелия Лукича Русанова. Насколько мне известно, поиском преступника занимается сыскное отделение. У них для этого есть все возможности. Вы правы. Власти расследуют преступление, но как-то своеобразно. А что это значит?
В убийстве они подозревают меня. Какая глупость. Убить любимого повара и украсть собственные деньги. Я слышал, что вы защищаете безвинно пострадавших от полицейского произвола. К тому же вы всегда находите истинного злодея. Тогда стоит ли ждать, когда они свалят на меня чью-то вину? Видите ли, присяжные поверенные, оттого так и называется, что принимают участие исключительно в судебных заседаниях. Я не вмешиваюсь в официальное расследование. Получается, что мне остается ждать, пока меня закуют в кандалы? Назовите сумму. Дело не в сумме. Это незаконно. Россия не Соединенные Штаты Америки, где на каждом углу орудуют сыскные агентства. Выходит, Клим Пантелеич, вы отказываетесь мне помочь? Моему повару Савелию Лукичу на днях исполнилось бы 60 лет. Я знал его с малых лет. Он служил в нашем доме и жительствовал там же. Прошу вас. Где лежал убитый? Вот здесь. А как он был убит? Ножом 3 удара в спину. Что-то пропало? Деньги из письменного стола и золотой подсигар жена подарила. Сумма значительная? 1500 рублей на экспедицию. А что за экспедиция? Да мы тут с купечеством затеяли плавание в Эгейское море. Флору и фауну изучать. Судно зафрахтовали. Ну, образцы в Ставропольский музей хотим привезти. Да, благое дело. С Божьей помощью. Меня назначили начальником экспедиции и казначеем. Вот часть денег я и хранил дома. Хорошо, что хоть часть. Теперь придется из своих возмещать. А как повар попал в ваш кабинет? Так я попросил его ящик стола починить. Это я его повар называю, а вообще-то он разное по дому делал. Что починить, что подлатать. Да, полиция тоже решила, что убийца через окно залез. Ставни старые, поддел чем-то, свернул шпингалет. И следы внизу обнаружили. Если нашли следы, почему же подозрение на вас? Вам-то зачем лезть в окно? Капитан, позвольте вопрос. Слушаю вас. Я хотел бы поселиться здесь. Поселиться? Что вы имеете в виду? Буквально. Видите ли, я страдаю клаустрофобией, и находиться в каюте мне совершенно невозможно. Но у меня есть гамак. Ночью я мог бы спать здесь, а дни проводить в салоне и на палубе. Что-то я не понимаю, вы шутите? Нисколько. Вы можете справиться с моей болезнью у доктора Нижегородцева. Мне необходимо спать на открытом воздухе. Боюсь, у меня нет выбора. Ну что ж, извольте. А если пойдет дождь? Пережду на нижней палубе. Благодарю вас. Ну, устраивайтесь. Добрый день. Вы знаете, я вспомнил, где я вас видел. А, простите, мне некогда. К барину своему торопитесь. Я видел вас в доме господина Ардаша. Только тогда на вас был фартук горничной. Я не понимаю, о чем вы говорите. Знаете, я даже вспомнил, как вас зовут. Вас зовут Варвара. Что вам угодно? Мне угодно, чтобы вы были немного полюбезнее со мной. И иначе все узнают, что господин Ардаш возит свою горничную первым классом. Я про это фельетон напишу. Господи, ну что за драма? Просто поговорите со мной с бокалом шампанского. А чего же не поговорить с благородным человеком? Ну, тогда буфет у нас там.
Я предлагал экспедицию на Мадагаскар. Клим Пантелеич, приветствую вас на борту нашего ковчега. Добрый день. Как устроились? Благодарю. Позвольте представить вам. Завесов Василий Макарович, географ. И Лепилов Егор Матвеевич, зоолог. Ардашев Клим Пантелеич, присяжный и поверенный. Надеюсь, господа, эта экспедиция внесет достойный вклад в российскую науку. Ну, в добрый путь. Доктор, вы не видели, кто только что вошел передо мной? Нет. Вы же успели познакомиться с кем-нибудь? А как же, конечно. Вон там корреспондент Ставропольских губернских ведомостей Смальский, а вот там Осташкин Виктор Павлович, отважный исследователь глубин. Кто? Водолаз. А рядом с господином Пустоселовым Глинский, студент. Господа, минуту внимания. Позвольте представиться, капитан корабля Немерт Александр Викентьевич. Я приветствую вас на борту королевы Ольги. Всем участникам экспедиции я желаю успехов в их добром начинании. Ну а нашим гостям я желаю приятного отдыха и впечатляющего морского путешествия. И еще позвольте представить Пустоселова Афанасия Пантелеймоновича, начальника и казначея нашей экспедиции. Так что по всем вопросам прошу обращаться ко мне и к нему. И еще одну. Позвольте рекомендовать вам известную исполнительницу, любезно согласившуюся разделить с нами это путешествие. Итак, встречайте, Анастасия Вальцева! Оригинально, доктор. Научная экспедиция с элементами кафе Шантана. Да. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. Вы не слишком удивлены. Я видела вас при посадке. Ну, вот я, признаться, поражен. Какими судьбами? У моего мужа дела с господином Пустоселовым.
Так я и узнала об этом плавании. Я не знал, что они компаньоны. Были. Осип Осипович умер. Соболезную. Какого рода дела? Коммерческие. Осип Осипович удачно вложил средства в акции одной железнодорожной компании, и мы вдруг разбогатели. Затем он вкладывал деньги в разные предприятия. Так они с Пустоселовым и объединились. Значит, вы теперь богатая вдова. Богатая и свободная. Поздравляю вас. Зачем вы так? Прошу прощения. Спокойной ночи. Скажите, это Константинополь? Нет, пока еще Севастополь. А как вы нашли эту экспедицию? Довольно странным образом. В доме руководителя экспедиции господина Пустоселова произошло убийство. Скажите, пожалуйста. Да, убит был его слуга, и Пустоселов пригласил меня для консультации. Осматривая место преступления, я заметил детей, играющих в ножичек. Добрый день, джентльмены. Где ножичек? Какой такой ножичек? Которым играли. Даю вам гривен, если скажете, где вы его нашли. Под окном? Да не гривенник. Кто в окно залез, не видели? Не видели. Мы в окна не лазим. Ножик давай. Благодарю. Ваш? Мой. То есть такие используются у меня в лавке мебельные. А где лавка? Там, за углом. Нож под окном Пустоселова после убийства. Это не могло быть простым совпадением. Ну вот, Клим Пантелеич, мое хозяйство. А. Ну и что, Федя? Как идет торговля? Так, конечно, жаловаться, Афанасий Пантелеймонович. Люди до сих пор приходят поглазеть на место убийства Лукичата. Да и сюда заходят. Нет, нет, да и купят что-нибудь. Так, как говорится, плоха та буря, которая не приносит чужого добра. Ох, да? Федя, не кощунствуй. Господь тебя накажет. Он и так меня не особливо жалует. Ну, а где ж ты ножичек-то свой потерял? Как? Я сразу заметил характерные следы на запястьях приказчика. О, наш ножичек. Нашелся, стал быть? Когда нож пропал? А? Так, аккурат, накануне, как Савелия-то нашего. Что ж получается, этим самым ножичком? Не припомните, кто был у вас в этот день? Да, да бог с вами. Да мало ли кто, ну. Ну, может быть, кто-то вел себя подозрительно странно. Да не помню я. Ну, мало сколько народу ходит. Не извольте гневаться. Ну, господин полицейский третьего дня обо всем меня уже расспрашивали. Ну, не помню я ничего, ну. Теперь уже другое дело. Теперь ножичек-то объявился. Нужно было заставить его открыть запястье, чтобы подтвердить мою догадку. Да кто бог весть? Да разве я бы знал бы, даже разве я не сказал бы, Афанасий Пантелеймонович? Афанасий Пантелеймонович, не откажите в любезности, пригласите городового. Он стоит на углу Мещанской, Архиерейского переулка. А еще лучше, телефонируйте в полицейское управление города Ставрополя. Понял.
А что, собственно, случилось? На каком основании задержали? Мальчишки нашли нож под окном кабинета. Видимо, еще до приезда полиции. Думаю, что приказчик решил обокрасть хозяина. Влез через окно, ножом вскрыл раму. И в это время в кабинет неожиданно вошел слуга. Вот тебя, Надь. Не влезал я никуда. Не убивал я никого. Дело в том, что у сидельцев сильно истощаются кости на лодыжках и запястьях. Таков. Беглый. Обманом устроился к хозяину и взялся за старое. Не убивал я, ну. Убийство надо доказать, нож всего лишь косвенная улика. А вот факт побега я бы проверил. Всего доброго. Вот что интересно. За несколько дней до убийства в местной газете была опубликована головоломка криптограмма. За ее разгадку было обещано 25 рублей. Однако. Да. Такую же газету я обнаружил в комнате убитого. Он хотел в эту экспедицию, и его убили. Он увлекался головоломками? Да кто его знает? Он был не от мира сего. Повар, говорите? Да, покойный был неравнодушен к морским путешествиям. Но вот только моряком ему не суждено было стать. Ну вот не выдержал первый переход, морская болезнь, знаете ли. Вернулся к нам, чему мы все были очень рады. А чего такая страсть к морю? Оно вроде бы далеко. Да видно, от деда, капитана Русанова. Знатный был моряк. Здесь что-нибудь пропало? Ну, разве поймешь? Да и что здесь может пропасть? Злодей бы не добрался до этой комнаты. А это карточка повара? Нет, это как раз его дед, капитан Русанов, корсар. Корсар? Корсар, вы не ослышались. Он воевал с турками на море. Ну, грабил их суда. Видно, от него к внуку Савельеву передалась эта страсть к морю. Вы же намеревались взять Савелия с собой? Да, конечно. Он очень желал, но не дождался. А какова цель экспедиции, напомните? Флора и фауна островов Эгейского моря. Да, должно быть очень красиво. Я собираюсь в отпуск, вот думаю, куда. Найдется на вашем судне место для одного пассажира? Так, конечно. И эту же газету я увидел сегодня здесь, на судне. Вы думаете, это непростое совпадение? Я не знаю. А вы говорили с Пустоселовым? Говорить-то особо не о чем. Пожалуй. Ну что ж, я пойду к себе. Наверх. То есть как наверх? Я поселился вон там, под парусом. Под парусом? Да, вы же понимаете, что в здешних каютах мне не выжить. А ведь и в самом деле, я совсем забыл. Ну что ж, я пойду к себе в обычную каюту. А вам доброй ночи. Доброй ночи, доктор.
Доброе утро, Клим Пантелеевич. Доброе утро, доктор. Поднимайтесь сюда. О. А вы неплохо устроились. Позвольте? Прошу. И как спалось? Свежий морской воздух. Что может быть полезнее? Я бы предложил вам кофе, но чашка только одна. А вам и кофе уже принесли? Кофе и свежую сорочку. Погладили костюм, а также почистили обувь. Вот как. И кто же это сделал? Добрая фея, полагаю. Замок в порядке. Это Варвара, доктор. Как же она смогла проникнуть в каюту? Ну, очевидно, вытащила ключ из кармана ночью, пока я спал. Представляете? Господин Пустоселов. Доброго утречка. Доброе утро. Как идут дела? Ну, пока все по плану. А что у нас на судне делает господин Ардашев? Так я купил билет, узнал, что есть такая экспедиция и... А что, вас это беспокоит? Больно он ушел. Во всякую бочку. Сами знаете что. Ну, как же я мог ему отказать? Тем более, что я приглашал его разобраться с делом Русанова. Как? Разве это дело не закрыто? Убийца ведь беглый каторжник. Так Карташев его и нашел. Вот почему он здесь. Почему же? А он не верит, что вашего повара каторжник убил. Вы сами-то верите? Смотрите, Афанасий Пантелеймонович, не огорчите меня. Позвольте нарушить ваше уединение. Глинский Александр Иванович. Простите мне мою смелость, но я второй день смотрю на вас и не могу оторвать глаз. Вы так одиноки? Это притягивает. Александр Иванович, смотрите лучше на море. Это успокаивает. Прошу вас, не гоните меня. Мы с вами заперты на одном корабле в одиночестве и праздности. Вдруг вам будет со мной интересно. Хотите развлекать меня? Попробуйте. Это ваш первый морской вояж? Вы выглядите встревоженно. Благодарю. Василий Макарыч, вы можете мне сказать по чести, какого рожна мы тащимся в это Эгейское море? Чего этого, Егор Матвеевич? Я зоолог,
Вы географ. Объясните мне, чего такого неизведанного есть в Эгейском море по вашей части? Знаете ли, всегда найдется, что уточнить. Вот по моей части животных неизвестных науки, к сожалению, не существует. Нет, я просил устроить экспедицию на Мадагаскар или в Бразилию. Вы же знаете, наши ставропольские меценаты уперлись в эти Эгейские острова. А что мы там будем делать с нашим единственным водолазом и почти без оборудования? Дорогой Егор Матвеевич, вы же знаете, как сейчас трудно найти средства даже для такой экспедиции. Так что исследуйте, что дают. Мельпардон. Приятного аппетита. Да, и вам доброго дня. Нет. Прошу. А знаете, господа, с нами на судне страстный кладоискатель. Да что вы! И кто же это? Господин Завесов. Я встречал его раньше. Это длинная история, как исповедь грешника. Сразу после водолазной школы я работал в Севастополе на очистке дна гавани. И вот, однажды в пивной ко мне подсел незнакомый господин, представился учителем географии и предложил заработать, совершая ряд погружений в указанных им местах. И он был уверен, что там полным-полно золота и серебра. Mm-hmm. И все, что я там не найду, он собирался поделить между нами поровну. Я тогда сказал ему, что я подумал. Хотите сказать, это был Завесов? Да. Это был он. Ночью мне приснилось, будто бы я погрузился. И там, в трюме затонувшего судна, я нашел... Что? Скелет моряка. Да ну. И этот скелет мне сказал, что если я когда-нибудь захочу увидеть своих внуков, мне не стоит соглашаться на предложение этого господина, учителя географии. И в очередной раз, когда я увидел Завес, я отказался. Он что-то невнятное буркнул в ответ и ушел, не попрощавшись. Любезно, принеси-ка нам водички. Ваш ход. Вы удивление мое представьте, когда я увидел Завесова среди членов экспедиции. Он притворился, что не узнал меня. Вот, собственно, и все. Да. Много я услышал сегодня интересного. Голова кругом. Клим Батилевич. Прошу прощения, доктор. Только не бросайте ее за борт. Да что за фокусы? Клим Батилевич, ну нашли вместо для ночлега. Как босяк, ей-богу. Ты у меня больше не служишь. Так-то оно так. Ну кто же о вас позаботится? Я пожалуюсь капитану за то, что ты самовольно проникла в мою каюту, и он садит тебя на берег. А я скажу всем, что я ваша горничная. Вот потеха-то будет. Ну что, меня шантажируют, что ли? Называйте, как хотите. Только я вас одного не брошу. Ну что мне с тобой делать, а? Лучше подумали, что вам делать. Ночью, когда я к вам подходила, смотрю, какой-то господин к вам по лестнице подбирается. Что значит подбирается? А то и значит. А как шаги мои услышал, так вниз по лестнице чуть кубарем не скатился. Исчез. А кто такой? Темно, я не разглядела. Почему ты меня не разбудила? Ну, что ж будить, когда он убег? Вот что. Я готов вступить с тобой в тайный союз. Ой. Ты будешь докладывать обо всем, что происходит здесь, на судне. Это я могу. Не сомневаюсь. Только при одном условии, что ты оставишь в покое все мои сорочки и костюмы и перестанешь шастать в мою каюту. Воля ваша, если вам так будет нужно. Мне так необходимо, чтобы ты не крутилась вокруг меня, хорошо? Договорились. Замечательно. А теперь поцелуйте даме ручку. Вот так. Чудно. Так, внимание. Посмотрели на меня? Посмотрели так чуть-чуть-чуть. Во, хорошо, хорошо.
Отснимите без козырки. Улыбочку. Ай, хорошо, великолепно. Пожалуйста, в камеру. Да-да, вы. Что с вами? Ничего. Через два дня морская болезнь отпускает. Вот. Глотните. Вот. Завесов. Что? Завесова убили. Господи. Он мертв. Позовите Ардашева. Адвокат Ардашев, он сам напал, и быстрее! Боже мой, что же это такое? Удар в область поясницы или несколько ударов. Под одеждой трудно разобрать. Необходимо вскрытие или осмотр в лазарете. Господин присяжный поверенный, вы один... Имеете опыт в такого рода делах. Поручаю вам произвести следственные действия по факту убийства господина Завесова. До прибытия полиции. Доктор Нижегородцев вам в помощи. Тело необходимо доставить в лазарет. Боцмана сюда! Опередили. Ключ взяли у убитого. Но кто? Ведь все пассажиры были на палубе. Кто угодно. На банальное ограбление не похоже. Искать что-то конкретное. Ну, вот и газета. Но искали не ее. Что за газета? Я чуть позже объясню. Жду вас наверху. Прикажите здесь все обыскать. Что же это ты, голубчик, меня так подводишь? Разве ты не видел, что я вернул нож обратно? Да видел я, что вы приходили, сказали, что нож принесли. А я работал и не смотрел. Что ты, Юлиш, вертишься, будто тебе на сковородке припекло. Я пришел и положил нож сюда. Куда ты его дел? Не знаю ничего. Нет никакого ножа. Может, это ты? Завес вы зарезал, а нож за борт? Да что вы такое говорите? Вообще мне работать надо. Покиньте помещение, иначе я пожалуюсь капитану. Клим Пантелеич! Господи, что же это творится? Ну-ка, тихо. Возьми себя в руки, говори толком и по делу, у меня нет времени. Смальский знает, что я служу у вас. Черт. И он теперь угрожает, что расскажет всем про нас с вами, если я не буду к нему благосклонна. Благосклонно? Угу.
Я поговорю с ним. Вы думаете, он убийца? Пока не знаю. Может, мне присмотреться к нему? Не вздумай. Разговор-то! Я слышала разговор. Какой разговор? Спорили Смальский и Кок. И Смальский говорил, что он взял нож, но он его вернул. А Кок говорил, что не видел, как Смальский вернул его. А в котором часу это было? Через полчаса, как нашли Завесова. Я вас все никак найти не могла. Ты молодец. Видите, у меня глаз наметан. А, может, я поговорю все-таки со Смальским? Не вздумай. Я хочу помочь вам. Ты мне и так помогла. Ну что ж, как я вижу, три удара ножом. Смерть наступила около 10:30 утра. За полчаса до того, как мы обнаружили тело. Теоретически. Погрешность в определении времени и смерти не менее 20 минут. Точнее сказать не могу. В таких условиях вскрытие невозможно. Характер ранений? Широкое лезвие. Возможно, кухонный нож. Да, так и не нашли. Самое простое — за борт выбросили. Удар сильной рукой, но не точный, хаотичный, хотя результат достигнут. Возможно, одна и та же рука с тем, кто убил повара Русанова. Похоже, ваша версия подтверждается. Я жду вас наверху. Любезный, пригласи ко мне господина Смальского. Господин Смальский, прошу вас. Позвольте вам задать несколько вопросов. С удовольствием, Клим Пантелеич. А мы с вами поменялись ролями, теперь вы будете задавать мне вопросы. Вы же помните мой визит к вам домой от моей газеты. Ну, разумеется. Как вас по отчеству? Андрей Ферапонтович. Вы ведь вернули нож на камбус, Андрей Ферапонтович? Вернул. Кок видел. Кок как раз не видел. Ну, как же. Я вошел, поблагодарил и положил нож на стол. И в котором часу это было? Я точно не помню. Около 10 часов. Вы ведь корреспондент губернских ведомостей? Совершенно верно. А что вам известно о криптограмме, за разгадку которой пообещали 25 рублей? Была такая. Я сам принимал ее в печать. Я тогда был дежурным выпускающим. Вы ее сами принимали? Да, что такое? А кто ее принес? Я не помню его фамилии. Он служил у господина Пустоселова, тот, которого убили. И я же выезжал на место преступления от газет. Вы в этом уверены? Совершенно. Это был Русанов. Теперь помню, его фамилия Русанов. А он не сказал, что это за криптограмма, откуда она у него? Он сказал, что занимается составлением головоломок. Увлечение такое. Увлечение? Пообещал 25 рублей. Мне тоже показалось это странным, но в газету приходит много странных людей. Со временем привыкаешь. Допустим. Благодарю вас. Вот вы где. Вы теперь не должны отходить от меня ни на шаг. Это еще почему? Ну как почему? Убийца на корабле. Вы теперь под моей защитой. А вы в самом деле станете меня защищать? В самом деле. Я вам больше скажу. Я готов защищать вас круглые сутки. Вы не можете теперь находиться ночью одна в своей каюте. Ну это вы бросите? Из чего придумали? Вы меня неправильно поняли. Я буду дежурить у вашей двери в коридоре. Правда, что ли? Правда, что ли. Ваше степенство. Я тут слышал кое-что. Чего тебе? Я слышал про господина Завесова. Чего про Завесова? Ты чего? Чего городишь-то? Я за что купил, зато продаю. Я сам слышал, как этот господин водолаз господину Завесову проклад какой-то поминал, который они будто вместе искали. Рассказывать присяжному поверенному или нет? Не надо. Не говори ничего. Только дело запутаешь. И что это за газета? Совсем недавно в доме купца Пустоселова произошло похожее убийство. Афанасия Пантелеймоновича? Да.
На месте преступления была найдена такая же газета с криптограммой. И какое же отношение это имеет к нашему злодейству? Я думаю, что эти два убийства связаны. Неужели? Так, может быть, газета здесь вовсе не из-за криптограммы, а просто газета? Обратите внимание на основные и самые глубокие изгибы. И что вы видите теперь? Ну, вы просто сложили ее вчетверо. Но заметку можно прочитать только с одной стороны. Погибший сложил ее именно так, для своего удобства. Так что же получается, что сейчас на суде находится преступник, совершивший оба преступления? Ну, возможно, это разные преступники. Определенно одно, что убийство и криптограммы связаны. Зачем нужно было расправляться с поваром? Слишком мало информации, доктор, чтобы строить гипотезу. Мне нужно опросить всех членов экипажа, пассажиров, где они были в момент убийства. Поможете? Разумеется. Как вы себя чувствуете? Я в порядке, доктор. Неужели у вас нет ни одной гипотезы, что же на самом деле здесь происходит? Что происходит, доктор? Я думаю, что эта экспедиция вовсе не за флорой и фауной, а за чем-то другим. Что же это может быть? Ответ есть там, в криптограмме. Шпионаж. На этом судне только один шпион, и то бывший. Клим Пантелеич. Что-что такое? У вас есть уже гипотеза? Нет, пока ничего нет. Значит, это может быть кто угодно? Да, кто угодно. Мне повезло, что на судне есть вы. Это успокаивает. Боюсь, я не могу гарантировать безопасность никому на этом судне. Я понимаю, но мне все-таки спокойнее. А где вы были? С 10:30 до 11:30? У себя в каюте. Потом в салоне. Как вы все-таки оказались на судне? Купила билет, как и все. Вы от меня что-то скрываете, я это чувствую. Я что, опять подозреваемая? А, прошу прощения. Как вы обнаружили тело? Я вышел из салона. Увидел за углом под лестницей торчащий носок ботинка. Кто-то был рядом с вами в этот момент? Нет, никого не было. Давно знакомы с убитым? О, да, очень давно. Еще со студенчества в Московском университете. Да и многие научные интересы нас позже объединяли. А не научные? Простите, что вы имеете в виду? Ну, может быть, он вас картой обыграл или денег задолжал. Нет. Подобных глупостей между нами быть не могу. Ну, почем мне знать? Я пытаюсь выяснить, что было возможно между вами. Ничего подобного. Нас объединяли исключительно научный интерес. Кто вас пригласил в экспедицию? Завесов. Кто пригласил Завесова? Насколько мне известно, господа Пустоселов и Варяжский. Покойный муж, присутствующий здесь, госпожи Варяжской. Вы знали Варяжского? Нет, нет. Завесов. Завесов мне сказал, что он один из учредителей экспедиции. Так это о нем вы говорили? Старый авантюрист увлек нас всех и помер. Нет, нет, что вы, это Завесов сказал. Но он имел в виду, что экспедиция не очень хорошо подготовлена. Да, интересно, какое отношение Варяжский мог иметь к географии, флоре и фауне? Честно говоря, я сам толком не понял. Да я не сильно вдавался. А вы спросите у Аделаиды Александровны. Да, благодарю вас. Продолжайте, доктор. Прошу вас. Вот уж не думал я, что этот скучнейший вояж подарит мне два таких ярких события. Встречу с вами и это убийство. Убийство? Для вас это нечто яркое? А разве нет? Разумеется, это злодейство и варварство, но ведь нельзя же отрицать, что в том и яркость, если отвлечься от моральной стороны.
Да вы просто персонаж Достоевского. Я не чураюсь парадоксов жизни. Прошу прощения, мне нужно поговорить с вами. Конечно. Вы почему мне не сказали, что ваш покойный муж занимался организацией экспедиции? Занимался? Разве? Конечно. Он знал убитого Завесова. А, ну это да. Что еще вы от меня скрываете? Ничего я от вас не скрываю. Как умер ваш муж? А это какое имеет отношение? Апоплексический удар. Когда вы узнали о подготовке к экспедиции? Уже после смерти мужа, когда разбирала его письма и документы. А точнее, конкретнее. Может, с месяц назад. К чему все эти вопросы? Пока не знаю. Вспомните, пожалуйста, где вы были в момент убийства? Я находился на корме. Господин Глинский, моя фамилия Ардашев, капитану Половодцеву. Я знаю. Несколько вопросов. Разумеется. Где вы были в момент убийства? Я не знаю, когда был этот момент. Между 9:30 и 10:30. В этот промежуток времени я проснулся, пошел в салон, выпил кофе, вышел на палубу, вернулся в салон, позавтракал, снова вышел на палубу, поднялся на верхнюю палубу, посидел в шезлонге. А потом мы гуляли с Аделаидой Александровной. Скажите, где вы находились в момент убийства? На палубе. На палубе, да. И какая была погода в это время? Хорошая. Угу. Клим Пантелеич, морем любуетесь? Вы уже ответили на вопрос у доктора Нижегородцева? Да, ответила. Могу и вам ответить. Я ничего подозрительного не видела и не знаю, кто убил Завесова. А вы что, устранились от процесса? Да. Просто понимаю, что определить местоположение пассажиров в момент убийства невозможно. Все толкутся из каюты в каюту. И от любой точки до места преступления можно дойти за несколько минут. И что же вы намерены делать? Госпожа Каверина, вы ведь снова представляете интересы неких кругов и так далее. Именно так. Скажите честно, что на самом деле это за экспедиция и каковы ее цели? Вам это известно? Изучение флоры, фауны, да, различных... Да. Господин Ардаш, я все-таки надеюсь, что вы найдете убийцу. Эта экспедиция не может быть отменена. Я подумаю. На эту экспедицию потрачены огромные деньги, в том числе и мои. Должен быть результат. Позволите? Вы уже ответили на вопросы этого странного доктора? Почему странного? Мне так показалось. Вы были знакомы раньше? Да, мы виделись. И этого адвоката вы, кажется, давно знаете. Вы меня допрашиваете? Ну что вы. Просто когда он рядом, вы любезнее со мной. Чаще улыбаетесь. Я вам улыбалась? Вы ошибаетесь. Почему вы так грубы со мной, будто я какой-то хам трактирный? Мне кажется, я этого не заслуживаю. Пожалуй. Пойдемте на палубу. Куда здесь еще деться? Да, действительно, деться вам некуда. Вашего адвоката просто никуда не скрыться. Как ваше самочувствие? Прекрасно. Замечательно, да. Скажите, в момент убийства где вы были?
Ну что, с ключом? Будет вам ключ. Не извольте беспокоиться. Только прибраться там надо. Ну ты уж, братец, не подведи. И шампанского. Любезный. Что? Что угодно? Что у тебя за дела с Глинским? Кто это? Я не знаю. Студент, с которым ты только что разговаривал на палубе. Не ври, посажу под замок. Да ключ он просил у меня от свободной каюты. Зачем? Ну, надо ему где-то шуру-муру с дамой закрутить. С варяжской? С ней. Он студент, живет с другим пассажиром в каюте. Нужна свободная. Ну, сами понимаете. Какая свободная? Да та у Бьенного. Ну, там уже прибрали, осталось белье постелить, шампанское, то да сё. Так что, мне отказать студенту? Сам решай. Варя, не бегайте от меня, а то я подумаю, что вы манкируете нашим договором. А у нас прямо договор. А как же. Пойдемте в буфет, выпьем шампанское. Я не пью шампанское. В самом деле? Господи, какая прелесть. Я вам не прелесть, господин Смальский. Прелесть, прелесть. Пойдемте в буфет. Я открою вам волшебный мир, полный запретных плодов. Только попробуйте. Я закричу. Господи, какая прелесть. Тогда пойдемте, налью вам лимонаду для начала. Чего изволитесь? Мебель на любой вкус. Каширин. Ефим Андреевич, мне городовой доложил, что вы здесь. Ай, ну что там у вас случилось? Доставили телеграмму от Ардашева. Он плывет на судне в экспедиции этого Пустосилова. Там произошло убийство. Убийство? Это не наш участок. Так-то оно так. Только вот господин Ардашев считает, что это связано с убийством в доме Пустосилова. Ага. А кто убит? Некий Завесов. Учитель географии. Не понимаю, какое это имеет отношение к нам? На ноже, которым убит повар Пустосилова, обнаружены отпечатки пальцев приказчика. Ну какая связь? Вот я тоже голову ломаю. Кому вдруг понадобилось убивать какого-то учителюшку? С него и взять-то нечего. Знаю я эту интеллигенцию. А вы, Антон Филаретович, значит, к интеллигенции себя не относите? А я полицейский, Ефим Андреевич. Моя задача – Гейменников, Шниферов, иконокрадов ловить. Вокруг нас, вон, подлого сословия люд. И мне некогда мозги забивать всякой наукой. Пусть лошади думают, у них, вон, головы большие. Значит, Ардашев там копает? Копает. А приказчик, которого мы тут взяли, не сознается? Не сознается. Вот что я думаю, Антон Филаретович. Собираетесь-ка вы в Новороссийск. Возьмите какую-нибудь посудину попутную и вдогонку за той экспедицией. В море присядете на королеву Ольгу. Может, в самом деле убийца повара там, вместе с этим Пустоселовым. А может, потому что это и сам Пустоселов. Вы знаете, Ардашев, да? Если уж он вцепится, так... А даже если Ардашев опередит вас, то арест убийцы вы совершите. И значит, наше сыскное отделение раскроет заграничное смертоубийство. Это, конечно... Вы давайте выписываете командировочный и в путь. Потому что негоже нам здесь, словно зрителями в синематографе, сидеть и наблюдать, как этот убийца из наших рук на кораблике уплывает. А ну, конечно, правильно излагаете, Ефим Андреевич. Но боюсь признаться, я качку не переношу. Совсем не умею плавать. Что? Антон Федорович, что вы там бормочете? А?
Я совсем не умею плавать. Голубчик, я же вас не заставляю лёжками по Черному морю плыть. Вы будете в ресторане сидеть и на волны любоваться. Может, из этих самых волн Ардаш вам убийство и выловит. Тошнит меня от волн. Ефим Андреевич, вот что. Будет стоянка. Едемте в город. Устрою вам незабываемый вояж. Возможно, я выберу другого экскурсовода. Да он даже не смотрит в вашу сторону. Но неужели вы бы предпочли мне этого щеголя, самодовольного Фата? Вы сами-то в зеркало давно смотрели? Надеюсь, тело спустят на берег и организуют его отправку в Новороссийск? Разумеется. Капитан уже распорядился. Скажите капитану, чтобы всех отпустили на берег. Всех до последнего матроса. Да, но как же? Ведь убийца-то, кто бы он ни был, может сойти и не вернуться. Вот и пусть уходит. Зачем он нам здесь нужен? Потом уж его не достать. Так и оставим безнаказанно. Вы меня слышите? Экспедиция должна продолжаться. И если таким образом мы можем избавиться от опасного попутчика, то должны избавиться всех на берег. Бедный Василий Макарович. Царствие небесное. Стоп, машина. Приготовиться отдать носовой. Александр Викентьевич. Тут такое дело. Всем пассажирам и команде нужно отдохнуть. Разрешите сойти на берег? Возражений не имею. Останутся только в вахтенные. Очень хорошо. Ну, это так, на всякий случай. Господин капитан, необходимо запретить пассажирам и команде сходить на берег. Почему же? Мы даем возможность убийце скрыться. Позвольте, Клим Пантелеич, я начальник экспедиции, я уже всем разрешил сойти на берег. Вы не имеете права вмешиваться. Я руковожу расследованием. Я премного благодарен за ваши старания, Клим Пантелеич. Но позвольте это решать мне. Капитан. Господа, решите это между собой, я уж распоряжусь. Куда ты, ворона? Значит так, господа, если кто-то сойдет на берег, я телеграфирую в полицейское управление города Ставрополя, что вы и лично вы мешаете следствию. Ну, будь по-вашему. Господин капитан, извольте запретить всем сходить на берег. Всем. Кроме бедного покойника. Отдать носовой! Господин капитан, мы от лица всех пассажиров выражаем протест против вашего запрета. Почему мы не можем сойти на берег? Совершено преступление, ведется следствие. И что теперь? Вы все под подозрением? Под домашним арестом? В пределах судна вы совершенно свободны. Это просто возмутительно. Прийти в Константинополь и смотреть на него издалека. Я напишу об этом в своем репортаже. Как вам будет угодно. Осторожно, господин корреспондент. Чтобы мне не пришлось на самом деле сажать вас под домашний арест. Благодарю вас. Прошу. Немецкий аппарат. Меня хорошо.
вы большой оригинал, как я погляжу, Клим Пантелеич. Это по необходимости. Да-да, я знаю. Я знаю, кто убил. И кто же? Лепилов. У вас есть доказательства? Они так собачились еще до отплытия. Здесь на корабле успели поссориться два раза. Из-за чего? А кто ж их разберет? Из-за своей науки. Господин Пустоселов, из-за науки не убивают. Как знать, как знать. Они так грызлись. А вы знаете, что это? Газета, как я погляжу. Нет-нет, я вот об этой головоломке. А что такое? Я не мастак и нет времени головоломки разгадывать. Такую же газету я обнаружил в комнате вашего повара и в каюте Завесова. А это вы на что намекаете? Вы ведь собирались взять повара с собой? Так точно. А вы знали, что он опубликовал эту криптограмму и за разгадку пообещал 25 рублей? Нет, но по совести говоря, он был немного того, чудаковат. Царствие ему небесное. Я уверен, что то, что здесь зашифровано, имеет прямое отношение к нашей экспедиции. Может быть, может быть. Честно говоря, я не мастак в этом деле. А вы как разгадаете, уж дайте знать. Непременно. Разрешите? Что с вами? За вами будто гонится. Стюарт. Любезный, зови капитана и доктора. Быстро! Что вы собираетесь делать после ужина? Вы спрашиваете? 5 кругов по палубе и спать. Что здесь еще делать? Может, партию в подкидного у вас в каюте? У меня? Да вы наглец. К себе пригласить не могу, делю каюту с нашим журналистом. Шампанское обязуюсь доставить. Право же, вы удивительный наглец. Просто партию в дурачка. Что ж тут такого? Идите. Я за вами. Проскользну, никто не заметит. На самом деле, от тоски здесь и на карты с вами согласишься. Рискните. Нет, ну что значит не пить? Я не могу не пить. У меня контракт. И у меня. Вы же знаете, на судне произошло убийство. И что? У нас теперь траур. Нет, траура мы не объявляли. Но все-таки тело только вынесли. Ну и что? Я вообще с этим господином не знаком. Я даже с ним словом не перемолвился. Послушайте, у меня сдельная оплата. Сколько я спою, столько вы мне и заплатите. Вы же сами настояли на этих условиях. Вот именно. Чего вы хотите? Пить. Ну, пойте. Крутится, вертится шар голубой,
крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть. В сердце моем поселилась тоска, гонит по свету судьба моряка. Где эта улица, где этот дом, где эта барышня, что я влюблен? Полные ревущие бьются о борт, ветры морские влекут меня в порт. Вот эта улица, вот этот дом, вот эта барышня, что я влюблен. Крутится, вертится шар голубой, парус шиной унесет нас с тобой. Бьется наш парус и хочет упасть, кавалер барышню хочет украсть. Доктор, смотрите тело. Да-да, конечно. Море! Смотрите, море! Да, это чертово море. Вы что, только заметили? Нет, я увидела, конечно. Но налюбоваться никак не могу. Ура! Выпьем за это. Ну, еще полбокальчика и все. Ну, конечно, полбокальчика. Взгляните. Разве не хорошо? Да просто замечательно. Очень хорошо. Шампанское такое вкусное оказывается. У меня от него пузырьки в голове. У кого пузырьки, а у кого и фейерверки. Пойдемте в каюту. Чего нам тут сидеть? В какую каюту? Уж не к вам ли? Ко мне никак нельзя. С Глинским живу. Может, к вам? Ух! Чего удумали? Ко мне. Я девушка порядочная. О, никаких сомнений. Тогда пойдемте в одно тайное место, я вам кое-что покажу. Что это вы мне покажете? Сюрприз. Ну уж нет. Знаю я ваши сюрпризы. Ну вы что? Вы это хотели мне показать? А это что? Как что? Ключ от каюты? Вы мне хотели каюту Биенова показать? Ну что такого? Там уже все прибрали. Где вас носит? Благодарю покорно. Варя! Откуда у вас ключ от этой каюты? Да дело-то простое. Ага. Удар чем-то острым прямо в сердце, со спины. Очень похоже на убийство с завесой. Вы нашли что-то? Да, нашел. Это рукопись капитана Русанова. Тот самый дед убитого повара. Два раза преступник пытался найти ее и не нашел. Причем здесь Стюарт? Это он искал рукопись? И ему кто-то помешал. Или он помешал кому-то. Я видел, как из каюты выходил Глинский. Глинский. Что же вы сразу не сказали? Надо задержать его. Да куда он денется с корабля? Давайте понаблюдаем за ним. Так он еще кого-нибудь не убьет? Надо взять и допросить. Хорошо. Прикажите арестовать. Это на самом деле увлекает?
Афанасий Пантелеймонович. А мы что, так и будем в море болтаться без права сойти на берег? Такая ситуация. Ну, а когда мы на место придем? Мы тоже с корабля не ногой? Что ж мы за экспедиция-то такая? Вы, Виктор Павлович, не извольте беспокоиться раньше времени. Уж вам-то на дно морское в любом случае разрешат сойти. Я спокоен тогда. Господа! Да. Господа! Убийство! Как убийство? Что? Опять убийство. Я пошел в лазарет. Ну, изжога разыгрался. У меня бывает после ужина, когда поем еще. Да хватит тут же с вашим. Да. Я захожу, а он там лежит. На столе. Мертвый. Кто? Стюарт. Мама дорогая. Ай-яй-яй. Может, хватит? Ты с утра уже приложился. Ты что, не слышала, что я сказал? Я покойника видел. Ой, перепугался, барышня-гимназистка. Дура! Того гляди, и сами ляжем. Черт знает, что происходит. А сама-то, да? Не твое дело. Клим Пантелеич. Да. Клим Пантелеич. У Смальского ключ от каюты Завесова. У Смальского? Угу. Номер 13. А чё? Зачем он Смальскому? Что с тобой? Ой. Он и хотел меня туда увлечь. Ну-ка, посмотри на меня. Ты что, пьяна, что ли? Шампанского немного. Я тебя прошу держаться от него подальше. Ты с ним шампанское пьешь и по каютам ходишь. Я не виновата. Это он сам. Не можем найти Глинского. Его нет ни в его каюте, ни на корабле. Ну что, он за борт, что ли, прыгнул? Или ему помогли? Я знаю, где он. Что вам угодно? Аделаида Александровна, откройте. А что случилось? Господин Глинский у вас? Что? Как вам такое в голову пришло? Я прошу вас, откройте дверь. Что происходит? Позвольте. Аделаида Александровна, это капитан Немерт. Откройте, пожалуйста, дверь. Аделаида Александровна, у меня есть дубликат ключа. Господа, объясните мне, что происходит? Это переходит всякие границы. Господин Глинский у вас? Что за странные фантазии? Позвольте осмотреть каюту. Это уже какой-то произвол. Господин капитан, объясните мне, что здесь сейчас происходит? Клим Пантелеич, может быть, мы того? Чуть позже. Господин Глинский, вылезайте. Не заставляйте меня приказать матросу выволочь вас. Пожалуйста, прекратите этот цирк. Послушайте, я просто не хотел компрометировать Аделаиду Александровну. В
Вам это блестяще удалось, болван. Это просто партия в дурачка. Прикажите сопроводить господина Глинского в салон. Что, вы довольны? Глинский подозревается в убийстве. Ерунда. Вы сделали это для собственного удовольствия. Господи, это просто мелочно. Вы изображаете из себя моралиста, принимая у себя молодую девицу. Я видела, она к вам по ночам ходит. Что с вами? Что, пьяны? Господа, прошу вас всех разойтись по каютам. Возможно, следствию понадобится помощь кого-то из вас. В таком случае мы побеспокоим каждого в отдельности. Господа, вы слышали? Прошу всех разойтись. Господин Пустоселов, госпожа Каверина, я извещу вас о результатах дознания. Я руководитель. Хорошо, я предоставлю подробный доклад. Господин Смальский, останьтесь. Что, я? Господин Глинский, что вы делали в каюте номер 13 два часа назад? Ничего. Что мне там делать? Я видел, как вы вышли из этой каюты, прикрыли за собой дверь, а когда я вошел вслед за вами, то там оказался труп. Вы меня видели? Я вас видел. Кто-нибудь может это подтвердить? Вы обвиняете меня во лжи? Это вы обвиняете меня во лжи. Я говорю вам, что не был в каюте номер 13, а вы утверждаете обратное. Да вы наглец, господин Глинский. Не смейте. Господин капитан, я требую оградить меня от инсинуаций этого господина. Я понимаю, что он назначен вами здесь чинить следствие, но в данном случае его слово против моего. Я не был в каюте номер 13. А если господин Ардашев утверждает обратное, пусть представит доказательства. Господина Глинского надо изолировать. А я, в свою очередь, представлю ему и вам все доказательства. Я арестован? На каком основании? Ведется следствие. Вам придется посидеть в вашей каюте под охраной. Я протестую. Отведите господина Глинского в его каюту, дверь запереть и охранять до моего распоряжения. Да это черт знает что такое! По прибытии в первый же порт я буду жаловаться русскому консулу. Вы шпионите за мной? С чего вы взяли? Успокойтесь. Ваш Ардашев мне совершенно не интересен. Мой Ардашев? С чего это вдруг? Да мне все равно, Ардашев ли ваш, или Смальский, или кто-то еще. Как вам не стыдно? Вы думаете, никто ничего не видит? Это не у меня находят любовников под кроватью. Перестаньте подглядывать за мной, или... Или что?
Все узнают о вашей связи с Ардашевым. Господин Пустоселов, я предлагала, я настаивала, чтобы всех отпустили на берег. Почему вы этого не сделали? Потому что Ардашев воспротивился этому. Вы тряпка, а не начальник экспедиции. Да с чего вы взяли, что убийца ушел бы? Ну, если бы он имел возможность, то он ушел бы. Он же не дурак оставаться на судне, где Ардашев может разоблачить его в любой момент. А вот я думаю, не ушел бы. Потому как у него та же цель, что и у нас. И он будет оставаться с нами до конца. Тем хуже для вас, господин Пустоселов. Воды хотите? Благодарю, не надо. Зачем вам ключ от 13-й каюты? Не понимаю, о чем. У вас ведь ключ от 13-й каюты. Где он? Он у вас с собой? Нет. Если попрошу матроса обыскать вас... Где вы его взяли? Получил его у стюарда. Зачем он вам? Хотел побыть один. Я делю каюту с господином Глинским, а тут свободная каюта. Захотели побыть в одиночестве или в обществе барышни? Лучше не продолжайте. Где вы были в момент убийства стюарда? Это когда же? Приблизительно 2 часа назад. Но с погрешностью в полчаса. 2 часа назад я пил шампанское с хорошо известной вам мадемуазель Варварой. Мы это проверим. А пока вам придется посидеть в заперти. Я полагаю, протестовать бессмысленно. Абсолютно. Проводите господина Смольского. Что теперь, Клим Пантелеич? Я думаю, всем нужно отдохнуть. Я пока проверю рукопись капитана Русанова. Думаю, она имеет прямое отношение к экспедиции и к тому, что происходит здесь, на судне. Утром, господа, все утром. Что ж, надеюсь, до утра больше никого не убьет. Спокойной ночи, господа. Да, надеюсь. Не поздновато? А? Для прогулки. Вы знаете, что это? Да. Рукопись какая-то, как я вижу. Да, это рукопись капитана Русанова. Написана в 1791 году. Вы знали, что у вашего повара хранилась эта рукопись? Ну, что-то он говорил, да. Капитан Русанов командовал одним из корсарских судов. Спасаясь от турок, он высадился на каком-то греческом острове и спрятал там награбленные у них сокровища. Да. Что-то такое рассказывал не наш Русанов о своем дедушке. Господин Пустоселов, это экспедиция за кладом? Да бог с вами. Пираты, клады. Ну, что за детские фантазии? То есть вы ничего об этом не слышали? Да о чем, Клим Пантелеич? Скоро я узнаю, ради чего был убит ваш повар и еще двое. Ой, Клим Пантелеич, а я вот вам тут покушать принесла, а то вы все без ужина все бегаете. Я вижу. Ну что, ты своего добилась, а нас уже болтают. А, это варяжская. А сама-то? Ты зачем пришла? Я слышала, как эта Каверина говорила Пустоселову, что он все испортил, и что убийцу надо с корабля садить. Они что-то замышляют. Ты молодец. А правда говорят, что вы этого Глинского из-под кровати варяжской достали? Да, правда. Все, давай. Иди к себе и на ночь запирай каюту. Можно подумать. Всех-то днем убивают. Давай, ступай.
покушать. Ну, хорошо, давай. Господин музыкант! Господин музыкант! Вам не кажется, что сейчас не место и не время? Прошу прощения, Клим Пантелеевич, но мне нужно репетировать каждый день. Отрабатывать новую программу. Хорошо, продолжайте, но можно что-нибудь лирическое? Ну, как вам угодно. Доброе утро, доктор. Я дочитал рукопись капитана Русанова. Это удивительный документ и с точки зрения истории, и с точки зрения того, что происходит здесь, на судне. Эта экспедиция вовсе не за флорой и фауной, а за кладом. За каким кладом? Самым настоящим, доктор. Золото, бриллианты, рубины, жемчуга. Вы шутите? Нет, нисколько. Помните из истории о греческих корсарах, воевавших на море с турецким флотом? Да, конечно. Так вот, капитан Русанов командовал одним из таких корсарских судов. Убегая от турок, он высадился на каком-то греческом острове и спрятал там награбленные у них сокровища. Ну и где же этот остров? Да в том-то все и дело, доктор. В рукописи есть описание пещеры в горах, но на каком острове неизвестно. Зато есть криптограмма, где зашифровано либо название острова, либо его координаты. Да. Значит, повар Русанов опубликовал криптограмму, чтобы кто-то ее разгадал? И кто-то ее разгадал. Доктор, вы не могли бы снять отпечатки в каюте Завесова? Вы же знаете, у меня не получится. Да, я понимаю. Вы знаете, я что-то слышал об этом новом способе уличить преступника. Да, а потом сравним эти отпечатки с отпечатками Смальского и Глинского. Уверен, у вас получится. Я благодарю вас за доверие. Доктор, что вы делаете? Выполняю поручение Клима Пантелеевича. Дактилоскопия – это будущее криминалистики. Господа, разрешите презентовать вам водолазный костюм. В нем я буду производить исследование морского дна в выбранном нашей экспедиции районе. Кто-нибудь из господ желает проверить вес подводного снаряжения? Ботинки водолаза. Поаплодируем, господа. Ну, браво! Ну что там, доктор? Пока ничего нет. Кто-нибудь еще желает?
Браво! Его помощью вы можете точно определить свое местоположение, имея, конечно же, хронометр и морские астрономические таблицы. Суть этого устройства, доктор, заключается в том, что он измеряет угловую высоту любого небесного. Вы знаете, я все же нашел один отпечаток. Вот. Взгляните. Покажу, только один? Как он есть. Ну, там же были и я, и Завесов, и Стюарт. Только один. Ой. Значит, кто-то намеренно стер все отпечатки пальцев, абсолютно все. Вот что я думаю, доктор. Дело было так. Повар Русанов имеет от деда рукопись с криптограммой. Об этом узнает его хозяин, Пустоселов. Они собираются организовать экспедицию, но не могут разгадать криптограмму и дают объявление в газету. А Завесов разгадал? Да, но они не берут его в дело. И он убивает повара и забирает рукопись. Значит, Завесова убил Пустоселов. Нужно допросить Пустоселова. А что, если он не один? Если в заговор вовлечены все участники экспедиции? Вы думаете, это возможно, чтобы все? Все возможно, доктор. Так что советую запирать каюту на ночь. А как же вы? Отпечатки в каюте. Так точно. Ключ убрали на место. Так точно. Вы получили рукопись Вардашева? Нет. Всю ночь он ее читал, а утром там у него наверху ее не было. Эта рукопись принадлежит вам по праву. Я не могу на него давить. Вардашев так меня подозревает. Хорошо. Время еще есть. А эти, Глинский и Смальский, как думаете, кто-то из них убийца? Это только Вардашев может понять. Дай бог найдет он этого убийцу. Дай бог. Не тяните с рукописью. Это отпечаток пальца. Большой палец правой руки. Лампа была найдена в каюте. Теперь приложите каждый палец сюда, а затем сюда, на бумагу. С какой стати мне это делать? Не шутите со мной, Глинский, иначе будете сидеть в трюме с крысами до Новороссийска. Это ваш отпечаток. Вы были там. Кого вы убили, Стюарда или Завесова? Никого я не убивал. Да, я был там. Я вошел, увидел тело Стюарда и тотчас вышел. А почему никому об этом не сообщили? Потому что предвидел происходящее со мной теперь. Боялся, что обвинят меня. Так. А зачем вы вообще туда пришли? Стюард должен был подготовить эту каюту. Ну, вы знаете. Для свидания с госпожой Варяжской? Да. Он должен был показать мне каюту и передать ключ. Ключа у вас не было? Нет.
Что вы там искали? Искал? Да я вылетел оттуда как ошпаренный, вы же видели. Ваш отпечаток на лампе. Что вы там искали, Глинский? Ничего я не искал. Вспомнил. Когда я вошел и увидел тело, то попятился, оступился и, вероятно, тогда коснулся лампы. Сочиняет на ходу. Я просто забыл. Идите и подумайте еще. В этот раз вы глубоко ошибаетесь, господин Ардашев. Могу сказать, что кофе не очень. Чем могу быть полезен, господа? Вы ведь не нашли моих этих отпечатков? И не могло их там быть. Потому что не заходил я в каюту Завесова. Просто не успел. А ключ вы получили у стюарда. Но в тот момент, когда я его увидела у вас, мадемуазель Варвара, стюард уже был мертв. Так я взял ключ заранее. И не знал я, что там в каюте. И не заходил туда. Вы заплатили стюарду за каюту? Ну, разумеется, дал ему какую-то мелочь. Ну, послушайте, Клим Пантелеич, ну на что мне сдался этот стюард, чтобы его убивать? Вы свободны. Только потому, что Варвара подтвердила ваше алиби. Господи, благодарю. Пойдемте наверх. Вы позволите? Прошу. Господин Смальский, так это не вы все-таки убийца? Господи, оставьте эти глупости. Давайте к нам, расскажите, что там со следствием. Потом. Ждем. Позвольте. Что же мне с вами делать? Благодарю вас, вы меня прямо спасли. Не за что. Нам нельзя больше встречаться, а то про нас уже все болтают. Как же я без вас? Оставьте. Не хватало еще, чтобы вы меня славили, как господин Глинский славил госпожу. Идите, идите. Это у нас уже все смотрят. Поищите себе другое место. Хорошо. Хорошо, я ухожу. Но я надеюсь, что мы с вами еще увидимся. Угу. Конечно, увидимся. Куда же мы денемся? Клим Пантелеич. Да? Что такое? Вы уже прочли рукопись Русанова? Прочел. Так пожалуйте ее мне. А зачем? То есть как? Это принадлежало моему слуге. Должно остаться у меня. А, видите, какое недоразумение. Ночью читал, заснул. Видимо, выронил из рук. С утра проснулся, а ее нет. То есть как? Видимо, ветром сдуло или украл кто-то. А, ну, как же теперь? Что теперь? Это же... это... А, конечно, понимаю, это реликвия. Но вы не переживайте. Экспедиция может продолжаться и без нее. Там ничего нет про флору и фауну, я вас уверяю. Не шутите так, Клим Пантелеич. Да вы шутите. Уже 3 человека убито, а вы все шутите и шутите. Я вас не понимаю. Вы за кого меня принимаете, а? Вашего повара убили. Его дед спрятал клад на каком-то греческом острове, и его вдруг собираются туда в экспедицию. Затем на корабле убивают Завесова, и у него каким-то чудесным образом находят рукопись капитана Русанова. И вы ничего не знаете о связи этих событий? Я не понимаю вас! Захотите сказать правду? Я у себя. Пустоселов. Ардан? Прошу прощения за эту нелепость. Сожалею. Поставьте. Вы своего добились. На меня только пальцем не показывают. Чего вам еще? Мой долг — выполнять следственные действия.
Возможно, Глинский и есть тот самый убийца. Глинский? Вы серьезно? У меня есть основания. Глинский убийца? Это же смешно. Где вы были вчера в 3 часа дня? Да разве здесь упомнишь? Мы же толчемся на пятачке. Кружимся из угла в угол. Я не помню, в каком углу была, в какое время. А что? Я теперь убийца? А где был Глинский? Глинский был со мной все это время. Всю вторую половину дня. Кстати, насчет той девушки. Она моя горничная, бывшая. Она у меня больше не работает. Меня это совсем не интересует. Искать трюм, каждую щель! Есть! Что случилось? Мы не можем найти Бронкова. То есть как? Натурально, его нигде нет. Мы договорились, что он проведет съемки на мостике, как работает капитан, рулевой и так далее. Условились в 9, но он не явился. Когда же за ним послал, выяснилось, что в каюте его нет. Стали искать его, до сих пор не нашли. Каюта была заперта? Да, я открыл ее дубликатом ключа. Следы обыска? Нет, ничего такого. А что случилось? Бронков пропал. Вы не видели его утром? Надо посмотреть у госпожи Варяжской. Удачная шутка. Боже мой, что я говорю? Простите. Госпожа Варяжская уже на завтраке в салоне. Бронкова она не видела. Ночью я слышал. То ли крик, то ли всплеск. Я сначала не понял. Это Бронкова? Теперь думаю, да. Когда вы слышали этот всплеск? Около часа ночи. Боже мой. Часы. Господа, минуту внимания. Судно меняет курс. Мы идем обратно тем же путем, что и пришли сюда. Пассажир Бронков упал за борт около 8 часов назад. Команда сделает все возможное, чтобы найти его. Надеюсь, что господин Бронков жив. Если кто-то может что-то сообщить по этому делу, просьба обращаться ко мне или господину Ардашеву. Насколько мне известно, Бронков вчера снимал мероприятие на палубе. Верно, он снимал демонстрацию секстанта и водолазного костюма. А кто проводил? Штурман и водолаз Осташкин. На что? Думаю, мог что-то такое снять, что встревожило преступника.
Почему же Бронков сразу не сообщил об этом? Не знаю. Пока не знаю. А где пленка? Пленка в каюте под охраной, так что можете не беспокоиться. Пришлите ко мне штурмана. Здесь стоял стол, все подходили, пробовали секстант, а Бронков снимал оттуда. Там стояла его камера. Благодарю вас. Это может быть что угодно. О чем вы? Что такого мог снять Бронков, что его бросили за борт? Господин Осташкин, как вас снимал Бронков? Значит, здесь висел водолазный костюм. Он стоял там и снимал. Я тут... ходил, потом он занял странную позицию. Ракурс называется. Положил вот сюда камеру. Говорит, для того, чтобы я выглядел более внушительно, что так. ли, нужно занять нижнюю позицию. А где вы стояли? Здесь. А камера была здесь? Чуть ниже. Здесь? Доктор, что вы видите? Я вижу господина Осташкина. А еще что? Я вижу ваш гамак. Возможно, кто-то был там, наверху, когда Бронков снимал с нижней точки водолаза. Бронков мог и не понять ничего. Ему был интересен водолаз, а вот тот, кто был наверху, испугался, что попадет на пленку. Почему? Вероятно, что-то искал у меня. Записки капитана Русанова? Естественно. Значит, если преступник сбросил Бронкова, на пленке он будет все равно зафиксирован. Это будет понятно только по возвращении в Россию, когда пленку проявят. Значит, преступнику нужна пленка. Кто бы он ни был, он попытается ее заполучить. Я попытаюсь определить, кто же проводил у меня обыск. Главный подозреваемый Глинский в это время был под арестом. Зато Смальского как раз отпустил. Надо снять отпечатки на моей палубе. Успехи? Нет никаких отпечатков, кроме моих. Вероятно, тот, кто проводил у меня обыск, все отпечатки стер. Значит, неизвестного теперь можно увидеть только на пленке. Именно. Человек за бортом! Человек за Как вы себя чувствуете? Где я? Вы на нашем корабле. Доктор, сколько я здесь? 4 часа. Какой кошмар. Какой кошмар. Не волнуйтесь, вы в безопасности. Как это случилось?
меня сбросили. Вы видели, кто? Господин Бронков, это важно. Вы видели, кто? Мне надо поспать. Господин Бронков. Господин Бронков, вы помните, кто? Ему необходимо отдохнуть. Да. Когда он проснется? К утру, не раньше. То есть до утра мы ничего не узнаем? Ему необходим покой. Я бы не советовал прогуливаться вдоль борта в одиночестве. Не волнуйтесь, я не выпаду за борт. Бронков не упал. Его сбросили. Хотите выпить? У меня? Я вас не приглашаю. У меня. Под парусом. Ну все? Теперь начнут судачить, что я меняю кавалеров, как перчатки. Садитесь сюда, вас никто не увидит. Благодарю. Спрашивайте. Что? Вы всегда что-нибудь спрашиваете. Можете только поддержать беседу. Вы вчера участвовали в этом действии с сектантом, водолазным костюмом? Наблюдала издалека. Ничего подозрительного, опасного не заметила. А ночью? После ужина я на палубе не была. Может, я задам вопрос? Пожалуйста. Что же все-таки происходит на нашем кораблике? Если бы я знал, убийца уже давно был бы арестован. Шарады разгадываете? Да, коротаю время. Я думаю, вам здесь не приходится скучать. Да уж. Наска, дура! Вальцева! Вальцева, дура! Господин музыкант, что же вы не играете? Так это... Обстановка вроде не праздничная, господин Ардаш. Ну, а чего же? Господин Бронков цел и невредим. Это ли не хорошая новость? Ну, хорошая. А что же, можно играть, что ли? Конечно, сыграйте что-нибудь душевное. С превеликим удовольствием. Вальцева! Гудешь с музыкой? Да. Почему бы и нет? Господин Варяжский говорил что-нибудь об этой экспедиции? Ничего. К нам несколько раз приезжал господин Завесов. Ну, они совещались. Осип сказал, у них какие-то дела, я не вникала. Ну, мало ли какие. Да. На-най, моя звезда сгорела лишь на треть, еще ее дыхание не пропало, и чтобы до
конца не догореть. Она теперь горит лишь в пол накала, и до конца ей свет свой не отдать. И все ее бессмысленные старания, и все теперь, что можно загадать, не целиком, а лишь полужелания. Полуоткрытых окон полусвет, твои полураспахнутые шторы, твой полувзгляд и мой полуответ, незначащие полуразговоры. На-най, 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 на-най. Моя звезда сгорает, как свеча. Настанет час, когда она растает. Все звуки во вселенной замолчат, и птица в клетке биться перестанет. Полуоткрытых окон полусвет, твои полураспахнутые шторы, твой полувзгляд и мой полуответ, незначащие полуразговоры. На-най, 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 на-най. Кем бы делить? Такой вечер. Можете мне объяснить, почему вы меня все-таки оставили в тот раз? Я не готов сейчас об этом говорить. Не готова сейчас? Луна, аккордеон. Разве можно найти более подходящий момент? Я это сделал, потому что... Стой! Стой! Держи его! Куда он делся? Здесь где-то был! Да, кто-то пробежал, но я спиной сидел. А, на полуют. Где он? Ты убежал куда-то. Куда убежал? Вроде туда побежал, а вроде и нет. Он подходил к каюте Бронкова? Да, подходил. Разглядеть его успел? Нет, только силуэт со спины. Вернитесь в каюту.
Где мы? Остров Лесбос. Доброе утро, Клим Пантелеич. Ну, признавайтесь, откуда вы знаете это слово? Какое? То, что написано в тетради. Корсарс. Корсары по-английски. Она вам помогла? Да, я разгадал криптограмму. Так откуда? Поздравляю. Слышала в разговорах между мужем и Завесовым. Еще не говорили про морячка. А что за морячок? Я просто слышала. Отставной морячок в связи с этими корсарами. В разговоры не вникала. Вы мне очень помогли. Благодарю вас. Капитан Немерт, чем могу служить? Каширин, Антон Филаретович, заместитель начальника сыскного отделения Ставрополь. Да, я получил телеграмму. Добро пожаловать на борт. Благодарю. Благодарю. Что у вас тут происходит? Ну, в двух словах не скажешь. Вам лучше поговорить с господином Ардашевым. На берег никого не пускать. Разумеется, я уже распорядился. Прошу. Подождите вы! Варя, на нашем кораблике небезопасно гулять в одиночестве. А вы что, теперь все время со мной будете? Ну, хотел бы все время, да только вот вы не позволите. Разве что только до дверей вашей каюты. А вы все нахальничать изволите. Какие уж тут нахальства. Вы видите, что тут происходит. Может, бокал шампанского? О, ну уж нет. Это лишнее. Ну, тогда... Тогда прогуляемся по кругу. Берегите голову. Антон Филаретович, ну наконец-то, а то ведь пропадаем тут без вас. Клим Пантелеич, приветствую. Ну. Что тут у вас? Да у нас тут форменный конфуз. Вот-вот. Ну, ну-ну, рассказывайте. Пойдемте в лазарет, по дороге все объясню. Бронков, говорят, проснулся. Слышали про Бронкова? Ну, слышен. Начальник сыскного отделения города Ставрополя, Каширин Антон Филаретович. Доктор Нижегородцев. Бронков, синематографический оператор. Как вы, Антон Филаретович? Привыкаю. И я тоже себя хорошо чувствую. Так. Я рекомендую полный покой. Как это произошло, господин Бронков? Вечером, довольно поздно, я подходил к своей каюте. Захожу в коридор, вижу, кто-то пытается открыть дверь моей каюты. И кто это был? Я не разглядел. Он был в другом конце коридора. Было темно. Свет уж погасили. Он выбежал по лестнице наверх, я за ним. Вышел на палубу, никого. Я подошел к борту, тут меня кто-то схватил сзади за ноги и перебросил через борт. Какое чудо, что вас нашли. Какое чудо, что вы продержались на воде целые сутки.
Да. Самому до сих пор не верится. Мне доложили, что были и другие попытки проникновения в вашу каюту. Очевидно, за пленками. Что же в этом такого наснимали, господин синематографический оператор Бронков? Вот и я голову ломаю, но ничего не могу придумать. Снимал самые обыкновенные кадры. Пассажиров на палубе. Ничего таинственного. Да. Отдыхайте. Отдыхайте, ваши пленки под надежной защитой. Спасибо. Что с ним? Морская болезнь, доктор. Так, я тоже, пожалуй, пойду. Что-то у меня от ваших рассказов, Клим Пантелеич, голова кругом. Двое убитых, криптограмма, человек за бортом и какие-то корсары. Я прям не знаю, хватит ли мне рейса войти в курс дела. А вы оставьте это мне, я совсем разберусь. Это как же? Отдыхайте, наслаждайтесь среднеземноморскими красотами. Я найду убийцу, а вы его арестуете. Ох, Клим Пантелеич, я в некотором роде лицо официальное. И для ареста мне нужно что? Правильно, улики. Об уликах не беспокойтесь. Я докажу вам, что от руки преступника пал и Завесов, и Стюарт, и повар господина Пустоселова. Ну, хорошо, допустим. А при чем тут убийство повара? Если перед самым моим отъездом тот самый беглый каторжник чистосердечно раскаялся и признал вину в всем дерзком злоумышлении. Нашли украденные деньги и портсигар? Антон Филаретович. Да? Нашли деньги и портсигар? Да, портсигар он продал, как говорит, а деньги потратил. Скорее всего, сам себя оговаривает. Найду преступника, он признается, что убил повара. Я вам обещаю. Обещаете? Дерзайте. Только обязательно докладывайте мне о всех деталях расследования. Непременно. Я знаю, это все из-за вас. Вы это мне? Вам. Кому же еще? Вы притворяетесь случайной гостью, но на самом деле все это происходит из-за вас. Вот как? А чего вы это взяли? Во-первых, я слышала разговор Завесова и Лепилова. Ваш покойный муж вложил деньги в эту экспедицию. А чего он умер? Послушайте, что вам нужно? Во-вторых, этот Глинский явно ваш сообщник. Хоть вы и делаете вид, что познакомились с ним. Так-так-так, хорошо. А что еще? В-третьих, вы авантюристка. Я вижу вас насквозь. Много вы авантюристок в жизни видели? Достаточно, не волнуйтесь. Почему же тогда господин Ардашев до сих пор не вывел меня на чистую воду? Потому что в отношении вас он пристрастен. Вы... Он же мужчина. Он ослеплен. Вы этим пользуетесь. Да, такое бывает с мужчинами. Но я слежу за вами, и я открою ему глаза. Господи. Все это время... Каждую свободную минуту я посвящал вашей головоломке. И вчера мне показалось, что я нашел решение, но... А интересно, какой же метод вы избрали? Шифр Цезаря, Полибия, Гроссфельда? Может быть, таблица Виженера? А, дайте угадаю, начали с квадрата Кардана, остановились на способе Трисимуса, да? Я пронумеровал алфавит. И подставил буквы. Но получилась какая-то билиберда. И какой же алфавит вы взяли? Наш, естественно. А вот если бы вы взяли английский и сдвинули бы его на одну букву вниз, только затем пронумеровали, то получилось бы вот это. Золотая пещера и ее координаты. Что? Вы разгадали
И где же находится этот остров? Где-то в южной части Эгейского моря. Так, нужно определиться по карте. Не думаю. Уверен, что наше судно придет именно к этому острову сокровищ. Но руководителям экспедиции понадобится описание местности. А описание местности находится в записках капитана Русанова. Так, и что же делать? Ждать. И готовиться. К чему? Ко всему, доктор. Боже мой, какая светлая голова. Для меня, пожалуйста. Но здесь же нет публики. Так, просто для меня. Прошу. Где тонет на море закат, где блики скользят по воде, где ветер бежит за волной беспечной, где сладко сирены поют, там остров разбитых сердец, прозрачный растет эдельвейс, он вечный. Солнце ласкает песок, белый и чистый, построим мы из песка прекрасный дворец на острове разбитых сердец. На острове том без стыда русалка нагая лежит, греет свою чешую под небом. Там чайки кричат о любви, которой не видел никто, которой, скорее всего, нету. Солнце ласкает песок, белый и чистый, построим мы из песка прекрасный дворец на острове разбитых сердец. Добрый день, господин Каширин. Я могу переговорить с вами? Да. С кем имею? К Аверину. Вам господин Пустоселов должен был обо мне сказать. Да, конечно. Я представляю двух влиятельных лиц из Кисловодска, вложивших значительные средства в эту экспедицию. Понимаю, понимаю. Эта экспедиция не может провалиться из-за сложившихся недоразумений. Недоразумений? Убийство, госпожа Каверина. Убийство, не имеющих к цели экспедиции никакого отношения. Я прошу вас, мы скоро прибываем к месту. Исследования должны начаться по плану. Я вас понял, госпожа Каверина. Да, вот еще что. Когда я по молодости, скажем так, водила знакомство
с разными людьми. Я знала господина Смальского. Он тогда еще не был журналистом и был осведомителем полиции. Но он работал на обе стороны. И на жуликов тоже. Даже так? Вы понимаете, о чем я? Один подозреваемый уже арестован. Смальский тоже был под арестом, но господин Ардашев решил его выпустить. А вот лучше было бы не рисковать. Да. Учитывая эти сведения, пожалуй. Я очень рассчитываю на вас, господин Каширин. Хорошего дня. Да черт знает что, произвол, вы уже задерживали меня. Как вы помните, господин Смальский, я уже снимал у вас отпечатки пальцев. Да не трогал я эту дверь. Это кто? Это корреспондент Смальский. Успокойтесь, господин Смальский. Если вы не прикасались к этой двери, так и пойдете себе спокойненько шампанское кушать. Ваши отпечатки есть на этой двери. Чья дверь? Это дверь кинооператора Бранкова. Ну? Признавайтесь, вы пытались выкрасть пленку? Вы Бранкова сбросили за борт? Ничего я не знаю. Ну, может быть, я и дотронулся этой двери, когда проходил мимо. А чего это вы дотрагиваетесь до двери, когда проходите мимо? Качает. Иногда. Мы в море. Отпечатки обнаружены многократно вокруг замочной скважины. Да? Пытались взломать замок? Вы сбросили Бранкова? Нет. Я не скажу вам больше ни слова. Ни слова. Вы арестованы. Отлично. Ну что, Александр Викентич, прибываем? Прибываем на остров Парос. Вот тут и начнем наши исследования. Утром встанем на рейд. На рейд? Там нет причала. В любом случае, господин полицейский распорядился на берег никого не отпускать. Ну, это просто невозможно. Но я поговорю с ним. Уж будьте любезны. Мне это тоже надоело. Господин Пустоселов. Вы еще об этом пожалеете. Доброй ночи. Клим Пантелеич, это я, Аркадий Аркадьевич. А что здесь делаете? А у меня дело к вам серьезное. Помните ночную беготню? Но вы еще спросили, куда он побежал. Да, конечно, помню. Вот. Угощайтесь. Благодарю. Так вот, я знаю. Я знаю, кто это был. Но вы же его не видели. Не видел. Но я слышал. Ну, я потом понял, когда снова услышал. Так цокают набойки по палубе. Только его ботинок. Кто же это? А, господин Пустоселов. Я благодарю вас.
далеко собрались, господин Пустоселов? А в чем дело? Я только приготовился к высадке. Ну, как будет разрешено? Это вы Бронкова бросили за борт? Хотели уничтожить его пленки? Да что за бред? Аккордеонист, за спиной которого он пробежал ночью, узнал его по стуку каблуков. Поднимите ногу. Вы сами убили своего повара и завесу, чтобы завладеть сокровищами. Какими сокровищами? Помилуйте. Господин Ардашев не все рассказал о ваших планах? Да знаю эти фантазии господина Ардашева. Достать вещи Пустоселова из шлюпки. Господа, позвольте официально объявить, расследование завершено. Преступник, терроризировавший вас весь этот рейс, найден и обезврежен. Это господин Пустоселов. Чушь какая-то. Я требую российского консула. Позвольте изложить, как все было. Сначала господин Пустоселов убил своего повара, от которого узнал о золотой пещере. Видимо, повар предложил союз в поиске пещеры. Сами они не могли разгадать криптограмму с координатами и дали объявление в газету. Но, кроме того, господин Пустоселов предложил расшифровать криптограмму географу Завесову. И у того это получилось. После уже они оба, Пустоселов и Завесов, предложили ставропольским купцам организовать экспедицию в Эгейское море якобы для изучения флоры и фауны на островах, чтобы под прикрытием экспедиции отыскать золотую пещеру. А вот повар Русанов уже был лишним. И господин Пустоселов убил его в собственном доме, имитировав ограбление. Господин Каширин, а вы не торопитесь с выводами? Вот, 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 все это домыслы. Что-то я, Клим Пантелеевич, вас не понимаю. Вы же сами мне все это рассказали. Я всего лишь обрисовал ход событий. Но то, что Пустоселов убил повара, я не говорил. А я думаю, дело ясное. Уже во время плавания Пустоселов и Завесов поссорились. Или Пустоселов решил, что географ ему больше не нужен, и убил его. И стюарда убил. Вероятно, как свидетеля убийства Завесова. А зачем Пустоселову убивать повара в собственном доме, а? Мало ли. Может, они поругались. Повторяю. Я пришел и нашел его в своем кабинете уже мертвого. Позвольте. Но зачем господину Пустоселову привлекать к расследованию господина Ардашева, зная его репутацию как адвоката, который всегда находит настоящего преступника? Ну, это уже, господин Нижегородцев, субъективное мнение. А это не мнение, а общеизвестный факт. Благодарю вас, доктор. Я хотел бы допросить еще двух подозреваемых. Это кого же? Смальского и Глинского. А зачем? Дело ясное. К тому же я велел их отпустить. Господин Каширин распорядился. Ну да. Я всех велел отпустить на берег, и их тоже. Отпустили? Нападение в руки! Доктора! Доктора, скорее! Сопроводите господина Пустоселова в его каюту. Меня ударили по голове. Кто? Сзади. Я не видел. Забрали те вещи, что здесь были. Вещи господина Пустоселова. Oh!
печальный конец. Ну, вот и все. Дело закрыто. То есть как закрыто? Кто-то же напал на Вахтинова, забрал секстант и карту. Ну, знаете, это уже другое дело. Кто-то, соблазнившись вашими рассказами о кладоискательстве, решил попытать счастье. И как теперь понять, кто? Вы же всех на берег отпустили. Красиво тут. Вы ведь с самого начала знали, что это экспедиция за кладом. Кто поставил вас присматривать за своими вложениями? Двое уважаемых кисловодских господ. Завесов был в вашей компании? Да, был. Его привлек повар Русанов, чтобы тот разгадал криптограмму. И он ее, в конце концов, разгадал. Кто еще был в деле? Больше никто. Вы знаете, кто убивает? Госпожа Каверина, если вы кого-то покрываете, лучше признаться в этом прямо сейчас. Господин Ардаш, я вам сказала все, что я знаю. Еще вопросы есть? Здесь на самом деле никакой экспедиции нет, если она на самом деле не за птичками и рыбками. Предлагаю немедленно возвращаться в Новороссийск. Это правильно. Конечно, давайте оставим преступника безнаказанным, да еще и сказочно богатым. Да. И что вы предлагаете? Пойти в Золотую пещеру, арестовать преступника и найти клад. Это Греция, мы не имеем права. Найдем, сообщим властям. А если его там нет, мы должны взять преступника в любом случае. Ну, что? Господа, я иду с вами. Нет. Клим Батилевич, а вы уверены, что правильно идем? У нас есть точные координаты и подробное описание местности. Правда, прошло лет 120, но горы за это время не сдвинулись. Если мы идем правильно, то должны быть какие-то следы того, кто идет впереди. Да, верно. А вы уверены? В чем? Что не сдвинулись. Горы... Это должны ваши гипотезы, Антон Филарович. Все примерно так и происходило. Вот только Пустоселов никого не убивал. Да, он был в союзе с Завесовым, но был еще кто-то. Кто? Если бы я знал. Этот человек собрал все сведения о кладе, решил добыть его самостоятельно. Убил Русанова, затем убил Завесова. Намеревался убить Пустоселова, который испугался его и поэтому... бежал с корабля. А зачем нужно было убивать стюарда? Стюард стал свидетелем убийства Завесова и шантажировал преступника, но я так думаю. Мудрствуете, Клим Пактелевич. Из чего это все вытекает? Из логики, Антон Филарьевич, из логики. Пустоселов был напуган, растерян, но он не убивал. Да, Бронкова бросил за борт. Почему? Пустоселову нужны были записки капитана Русанова. Да, и когда он искал их в моем жилище, Бронков случайно заснял его. Опять логика. Опять. Можем идти. Да, надо идти. Свежий слом. Ну, мало ли кто сломал.
Смотрите, здесь еще одна ветка сломана. Это уже не случайность. Не понимаю. Он указывает нам путь. Кто? Преступник? Зачем преступнику указывать нам путь? Не преступник, а тот, кто идет с ним не по своей воле. Смотрите, господин капитан. Бог мой, это же... Что? Это платок госпожи Варяжской. Вы уверены? Да, уверен. Зачем же злодею брать с собой Аделаиду? Это же обуза. Думаю, что он решил подстраховаться на случай встречи со мной. Да, значит, это Глинский. Он все время крутился возле нее. Или Смальский. У нас нет времени, идемте. А все-таки, что мы будем делать с кладом? Если он есть. Пожертвуем на развитие российского синематографа. Шутка. Да уж лучше на строительство железных дорог. А я бы дачу купил. С мезонином. Господа, мы в Греции. Я не знаю здешних законов, но в любом случае клад мы должны передать местным властям. Может, нам перепадет какой-то процент. Батилевич. Антон Филаретович! Антон Филаретович! Антон Филаретович! Что? Клим Пантелеич ушел. Как ушел? Куда ушел? Идите к пещере, преступник. Что? Кто преступник? Не может быть. Бросай оружие, или я его пристрелю. Вы взяли с собой госпожу Варяжскую на случай встречи со мной? Так вы ошиблись. Она мне совсем недорога. Ну да. Я видел вас вместе. Бросай оружие. Не нуждай меня! Нашли, что искали?
Кто стрелял? А ну, голову поверни. Голову поверни! Аккордеонист. Музыкант. Завесов привлек к этому делу. Завесов? Да это я расшифровал криптограмму. Он меня даже в дело брать не хотел. 25 рублей дал. Нашел дурака. И вы решили все сделать сами? А чего ж нет, если у меня весь расклад и координаты? Убили Русанова, устроились на судно аккордеонистом. Я когда с флота демобилизовался, надо же как-то было жить. А у меня с детства к музыке способность. В каком звании служили? Мичман. Всю японскую компанию, будь она неладна. Да ладно, шифровальщик в штабе — это не военный корабль. А откуда знаете? Догадался. Завесов так удивился, когда меня увидел. У него глаза на лоб полезли. И вы его убили. Ага. А Стюарта за то, что стал свидетелем убийства. А я ему денег пообещал. Отдашь? А почему ты меня сразу не убил? Необходимо составить опись. Резонно. Дальше. С нового служения. Это не ваше дело. Ему никто не нужен. Я таких знаю. Прощайте. Прощайте, Варя. Александровна, я надеюсь, что в следующий раз мы встретимся при менее драматичных обстоятельствах. Это и все, что вы можете мне сказать? Боюсь, что да. Вы бегали от меня всю дорогу обратно. Притворялись, что мы едва знакомы. Кем вы себя возомнили? Госпожа Варяжская, вы что-то оставили в своей каюте? Да что я оставила? Коробочку какую-то. Какую еще коробочку? Не могу знать.
одна память о море, солнце и тайне далекого острова. Сегодня у меня встреча в дворянском собрании. Приготовь мой черный сюртук. С бархатным воротником? Да, и сорочку. Ту, которую вы купили у Бочаровой? Да, можно ее.